Полицейские рассказали подробности жуткого смертельного ДТП в Уральске. Напомним, две страшные аварии со смертельными исходами произошли 25 июля на одной улице в один и тот же день. Погибли три человека. Какова обстановка на дорогах в настоящее время, узнавали наши корреспонденты. Мы находимся в районе второго рабочего поселка на улице Кокшетауская. Именно на этой улице 25 июля текущего года произошло два смертельных ДТП. В первом случае трагедия унесла жизни двух человек – водителя и пассажира мотоцикла. Во втором случае погиб водитель мопеда. Эти два случая совсем не связаны. Разница во времени между ними составляет всего пару часов. Первая авария произошла около 13 часов. Автомашина марки Toyota Alphard под управлением водителя 1988 года рождения столкнулся с мопедом, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. В 15 часов того же дня происходит столкновение легковушки и мотоцикла на той же улице. В результате водитель мотоцикла 1987 года рождения и его пассажир 1992 года рождения скончались на месте происшествия. Пресс-службе департамента полиции рассказали подробности последнего ДТП. Водитель мотоцикла марки «Хонда», двигаясь в восточном направлении по улице Курмангалиева, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с движущейся во встречном направлении автомашины марки «Рено Логан». Несмотря на это, водитель мотоцикла продолжил движение, где, выехав на запрещенный красный сигнал светофора на перекрестке с улицей Кокшетауская, допустил столкновение с ВАЗ-2114. По факту второго ДТП начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведутся следственные действия. По словам горожан, все чаще они узнают из социальных сетей о гибели людей в результате ДТП. По их мнению, это чаще всего происходит из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения. Скоростной режим они соблюдают невнимательно. Может, жара была, скорее всего, из-за этого. Невнимательность водителей. Где-то хотят на зеленый проскользнуть успеть. Я вообще на сутках на работе был. Но я сегодня сейчас видел, не видел, а фотографию видел. То, что там мотоциклисты двое, один мужчина, женщина сзади. Походу без шлема сидела. Торопятся, не смотрят по сторонам. В основном те, кто на двухколесных ездит. Они, скоростные же вообще мотоциклы. Машина хоть и четырехколесная, но она затормозить может. Тормозной путь лучше, чем у мотоцикла. Вот и все. Стоит отметить и напомнить, что человеческая ошибка является фактором совершения ДТП примерно 90% случаев. Альбина Коленова, Олег Писаренко и Мурат Джагапар, ТДК 42.